Всем привет, дорогие друзья! Всем привет! Приветствуем вас на канале На Бэхе. С вами, как всегда, Вадим и Бэхранг. Сегодня у нас необычная музыка, музыка для любителей, скорее даже ребята на любителей, потому что у нас сегодня группа «Хлеб», их последний альбом вышел 1 апреля. Короче, что я тебе хочу сказать про эту музыку? Они вообще не музыканты. Они начинали там с влогов, с блогов, у них было там «Спасибо, Ева», короче, приколы, подколы и всякая такая тема. Потом они еще лет 9-10 назад, 9, по-моему, вот, судя по треку «Рэп Цепи», решили по приколу стебать рэп, только не в таком стиле, как Морган, типа, или не в таком стиле записывать треки, как «Soda Love», который там «Ебу», там «Конча», «Сперма и говно», а... Они типа стебать его в таком каком-то, как будто школьники записывают трек, понял? Допустим, они там записывали треки, которые сейчас быстро вспомнят, там. Они типа на серьезном преподносят, но текст смешной, допустим, там «Поехали ко мне, если хочешь посрать, пописать и покакать, самый лучший туалет у меня дома, бэйби». И там, короче, и вот таких много треков, там, допустим, «Камерун», у них песня, там, где «И я забыл тебя, и даже трахнул обезьянку», понял? Ну, вообще такая, типа, ну, на юморе сделанный рэп. Даже название группы «Хлеб». Да, да, у них вообще первый трек там был, типа, «Хлеб», этот... Бутер, это вожу я хлеб, на него колбаса, там дайте два куска, понял, типа, там бутер готов, детка, понял, она пытается типа на серьезке, но текст максимально ни о чем и угарный там. Они подняли свою аудиторию, они думали, что так по приколу запишут пару треков, а в итоге даже охуенные концерты давали с их треками. Их трое: Денис, Саша и Кирилл. Кирилл больше на вокале, Саша больше на приколе, такой там вообще самый угарный персонаж. И Денис, у него прям, он, наверное, из них самый медийный, у него сейчас, он там ведет свои влоги, тиктоки с семьей, ты, может, видел Василиса маленькая, которая факи показывает, девочка такая беленькая. А, да-да-да. Вот, это, ну, то есть ребята умеют зарабатывать, умеют двигаться, но вот выпускали периодически музыку, даже у них есть нормальные, серьезные треки по типу «Вино», там, «Про друзей». Прошлый альбом, кстати, у них последний альбом выходил в 2019 году. Он там про... Были классные треки AirPods и так далее. То есть они могут делать норм, но в основном они стебут рэп. Я тебе буду объяснять дальше. Не жди там супер звучания, супер текстов. Это чисто рофл. Вот один трек у них, который Эба. Они там придумали свое движение, типа Эба, Эба, они там ногами вот так делают, Эба, Эба. Типа деб только ногой, понял? И в лагере это был разъем, знаешь, все в круг. Там текст такой, типа, Саня присел за стол, что этот, там, Кирюха заказал десерт, попозже подойдет. Саня присел, чтобы растянуть икру, я пока для Санька формирую круг. Ну и, короче, начинается Эба. Это, ну, короче, кто понимает, тут... Тут понимает, пацаны угарные, пацаны прикольные, простые, не зазвездившиеся. Приятно за ними наблюдать, приятно смотреть. Это их последний альбом, поэтому дань уважения. Я думаю, этот видос много просмотров не наберет, но для меня это, я их давно за ними слежу, знаю, для моих знакомых, друзей и для определенного количества людей тоже. Прежде чем начать альбом, прослушивание альбома, я тебе решил показать один там трек, допустим, из них, с которого они примерно начинали. Не «Бутер», который я говорил тебе, а «Рэп Цепи». По-моему, этот трек даже раньше вышел, они там примерно плюс-минус одинаковые. Да, «Рэп Цепи». Не буду лирикса, ты поймешь, чтобы ты понял вообще, в чем прикол их, что они делали, с чего они начинали. 9 лет назад трек «Рэп Цепи». Просто смотрим клип, чтобы ты узнал, кто как выглядит, понимал, хоть какое-то представление было. Это Кирилл, который поет. Это Кирилл, который с голосом. Это Саня, который самый придурочный. Это Денис, который типа медиафейс. Больше. Рэп цепи, шубы шампейн. В клубе отдыхаю, 50 цент. Моя туса рядом, оу, блэк. Кого не пустили, ваш пет. Девушки знают, я звезда. Делаю попками. Шейк, шейк. Поп, много. Зови меня популярнее. Я хожу по клубу и вижу, кто-то потерял 100 рублей. Я поднял 100 рублей, поднял 100 рублей. И теперь у меня есть 100 рублей. На самом деле все офигенно. Мы рэп читаем, и я девчонки попами зажигают. А еще они из них какают. Как-ка-ю, они как-ка-ю. Хоть раз в жизни
почесал винограда, ел. Кепку снял, лоб запотел, лоб остыл, я кепку одел. Йо, рэпером быть круто, да, много поп с тобой, рядом всегда. Главное не думать никогда, что они все кают, они кают. Хоть раз в жизни, но они кают все. Они кают, хоть руку туда встать, они кают, кают, они кают. Короче, ты понял суть. Да, да, да. Мне нравится Санин и текст, это вообще всегда пушка. Я стою, лоб запотел, кепку снял, вытер лоб, кепку надел, блядь. Ну, супер, супер текст ни о чём. Кают. Да, и у них, ну, типа, все на этом построено, но сделано, типа, хлеб, камон, бич, типа, серьезно, понял, а на самом деле угар. Вот, начинаем альбом. Альбом у нас начинается с трека Деп, который сниппет, я его слышал. Это очень похоже на Эбу в таком же стиле, там, где Эба в конце. Вот, слушаем. Кирилл Трифонов, я тебе сказал, поет, который такой, о, тут как отлично, это что написано, кто поет. И, по-моему, тут у них один клип будет на песню «Сияй». Ну, посмотрим. Слушаем. Хлеб, Деп. Что вы, как в старые добрые времена, сломать пол? Стриминги упали, без Spotify, Сэнс, я бы нечем оплатить Wi-Fi. Морган на Авито продает мой диджей, даже у Экзо, Баба Колджей. Вася съел Колю из списки, Крид продал Суру за диски. Скали не ждет больше Санты, даже достала импланты. Мирон выпускает 6 микстейпов, Кизару посрался с Биг Бэби Тейпом. Фараон продает волосы, баста больше не в голосе. Но хлеба есть, ответ, чё дядь. Я его нашел и чуть не ослеп. Достал из антресоли деп. Разминает мне плечо. Я вернулся, опыт в шоке. Вызывает чоп. Суют мне микрофоны, просят современный рэп. Я разношу стремянку. Достал из антресоли деп. Не, нихуя не говорит, он обычно в конце еще что-то говорят. Ну, короче, вот. Вообще, да, какой-то... На самом деле, качает пиздец, я думаю, если включить по пьяни там на тусе. Да. Будет сорать. Да, оно запоминается, в принципе. Текст, как всегда, ни о чем. Да. Ну, прикольно, не знаю, прикольно было. Ну, понятно, что инструменталка не прям такая-то какая-то... Ну, да. И мне кажется, вообще, когда я видел, когда они начинали делать, мне они это очень быстро сделали, вроде как. Если они, ну, как с момента, когда Денис об этом начал показывать, что они записывают новый альбом, прошло там буквально там, меньше, чем полгода. Mm-hmm. Ну, то есть, не знаю, они на приколе. Это весело, особенно их клипы, их текст, я надеюсь, будут такие, которые запомнятся прям. Но это начало хорошее. Деп, я альбом не слушал, для меня тоже сейчас новая реакция. А что такое дропнул кал? Ну, типа, калории, типа? Про, говорят про треки, типа, я дропнул, типа, трек какой-то, кал дерьмо. А, я дропнул кал. Дропнул дерьмо. Чищу спам, блядь. Сука, прикирело, сидит чистить спам, это пиздец. О, следующий трек убили Кирилла. Кирилл это их, я так понимаю, ну, который поет, солист главный. Интересно, он есть в треке или нет? О, ну, это еще по тексту, плачу на техно, я плачу на техно. У них, кстати, классный трек, плачу на техно, он реально... Там, он и с приколом, конечно, сделан, но он именно, который можно слушать часто, типа, на постоянке. Его потом перепели крем-сода. Ну, короче. Слушаем, убили Кирилла. Хлеб. О. Последний. Плачу на техно, я плачу на техно. Плачу на техно, я плачу на техно.
мир сошел с ума совсем. 2023 это двери Теслы крылья вверх. Саня держится за стрэп. Мы смогли покинуть трэп, но наш брат покинул свет. Кири нет и мы не хлеб, за него положим всех. Оба шлепнули Кирюха, думают будут жить как же. Мы убили шутера, чтобы вас прикончить дважды. Улетите на небо, наш шутер попнет вас опять же. Ты вернешься на землю, мы застрелим тебя снова, сука. Теперь мы делим роялти, только на двоих. Саня ездил в ЦУМ, купил себе пуховик. Мози сделал цепи нам, бриллианты с твоим именем. Без тебя тут все не так, но гораздо выгоднее. Я держусь за стрэп, мои нервы на пределе. Вспоминаю, как мы ели курицу в отеле. Я, конечно, съел побольше, счет мы разделили. Но пули, опа, долг мой обнулили. Не пойду к Дуди, он спросит про Кирилл, я и не хочу. Плюс боюсь вопроса, сколько раз день жестко я драчу. Я приду в дом копу и испорчу все, что дорого. Со стены сорву ковер и выпью его молоко. 5 нулей на карту и я, может быть, подумаю. 6 нулей на карту, мне стало легче думать. 7 нулей на карту и окей, я в деле. 1 начало и я точно приеду. Это хор не лижет палку, но мне не залежит раунд. Я с ним кончил сильно, но не кончились воспоминания. Что в моем стакане? То, что не одобрит мама. Пусть проклят этот рэп, за Кирюху выпил 2 стакана. Нормально, кстати, инструмента намного сильнее. Они там сами делают, у них любим, типа, продюсируют. Плюс, и они сами это делают, типа, то есть, они там не заморачиваются, не заказывают. Тут отсылка была на Окси, там, где он пел, не пойду к Дудю, он меня спросит про колени. Типа, что колени да, Он говорит, не пойду к Дудю, он спросит... Сколько жестко я дрочу? Спросит про Кирилла, я не хочу. Да. А про то, что жестко я дрочу, типа, Дудь, это сам, один из самых, наверное, самый известный, типа, интервьюер на русском Ютубе, но у него, типа, он может спрашивать, типа, нормальный вопрос, а может там спросить, типа, ты любишь делать куни? Ты делаешь куни, там, сколько раз ты дрочишь, типа, там, ну, там, у миллионеров может такое спросить и так далее. Мне нравится еще самое охуенное воспоминание, которое у него второго пацана из отеля, что, помнишь, мы кушали курицу, типа. Нет, так там прикол в том, что кушали курицу, я съел больше, но мы разделили на двоих, тебя убили, теперь мне не надо давать долг. Охуенная строчка, типа, там, где с тобой, типа, плохо. Да, но выгоднее. Но выгоднее. Ну, хлеб. Охуенная дата для релиза для них, 1 апреля, день дурака. Дурачиться. А, это да, это вчера, получается, да, опубликовали? Ну да, 1 апреля. Так, следующий трек. Марина. Марина с Джараховым. Джарахов где-то он был у нас? Не, не было. Не, Джарахов. Ты, может, ты слышал песню «Я в моменте» и пролетел, который день я не заметил. Такой невысокий чувак. Он тоже... У него альбом «Сквозь баб», где они в прикол тоже все пели. А, есть нормальные треки, серьезные. Ну, короче, послушаем сейчас. Синоним слова секс. Я влюбился в твою эс. Она такая большая, я бы поместился туда весь. Я не знаю, как я смог найти. Жопа просто космос воплоти. Дорогая, но я не плати. Как программист, хочу войти. Ты синоним слова секс. Я влюбился в твою эс. Она такая большая, это же просто пиздец. И я очень напряжен. Да, я много в жизни видел, но не видел таких шоу. Шкибери, yes, yes, yes. Шкибери, dope, dope, dope. Мы с тобой, yes. Шкибери, шкибери, шкибери. Ой, я тебя, о, я тебя, о, я тебя, ум, а, ум, а, ум, а, я тебя люблю, Марина. Я тебя хочу, Марина. Но без тебя вся жизнь, как Лина. А с тобой карамель. Я набрал ванную, лёг в неё, и теперь у меня херун в утр. Оп, увидел нас, и у него
Как из жопы выпал ребенок. У меня 7 невысоких шутеров, они зовут меня Белоснежка. Мы на студии целый день делали рэп, но получилось пюрешка. Как новых рэперов бросили парни, поэтому они теперь носят корешку. У меня огромные яйца, закажу в магазин и кладу их в тележку. На штане холод, он покакал, и там много маленьких шариков. У твоей девочки между ног пахнет, словно открыли пачку сухариков. У тебя так давно не было секса, что тебя разорвали собаки. Наш гоустрайдер Фищев Андрей, он попросил сказать у Зумаки. Шкибери, yes, yes, yes. Шкибери, dope, dope, dope. Мы с тобой, yes, yes, yes. Шкибери, шкибери, шкибери. Ой, я тебя, о, я тебя, о, я тебя, ум. Стало виста, отвисаем жестко. Падают листья, но сейчас не осень. Вошли в нее толпой, она как будто хостел. На стволе киска мы играем в постел. О, знаешь, отсылка охуенная, знаешь игру постел? Это, короче, старая игра с хуевой графикой, короче, в которой ты мог ходить там, ссать ты мог на пушку кошку взять и надеть вместо глушителя. Он его стреляет так. Не играл, пиздец. Это трешовая очень сильная игра, короче. Бля, прикольные песни для меня, мне весело, типа, смешные, типа, тексты, да, типа, да. Вообще. Ну, типа, прикольно, что, типа, простые приколы, типа, а вот это Саня Гоут, типа, ну, понял, козел, типа, он покакал много маленьких шариков. Типа, говорят обычно The Goat, типа, кто охуенный. Ну, да, greatest of all time. Да-да-да. Но Goat, как переводится, ну, да, козёл. Да, да, да. И, типа, как покакал маленькими шариками. Мне ещё нравится, у меня огромные яйца, захожу в магазин и кладу их в отлечь. Ну, короче, много приколов, чего есть поржать. Не, реально прикольно. Первый раз послушаю, но реально, типа, смешно. И даже звучит норм. Да-да-да. Вот. Так, что у нас следующее? Следующее... Дети. Ой, это будет какая-то пиздец. Страшно. Хотя вряд ли, потому что я же говорю, у них у всех есть уже дети, поэтому вряд ли, вообще маленькие, поэтому вряд ли там что-то жесткое будет. Это не Soda Love, поэтому дети. Дети, мы мутим кэш, ведь у нас дети. Толстые пачки, пресс, толстые пачки, пресс, толстые пачки, много денег. Под ними мы спустим на этих котят. Па-па-па-па. Зовет меня папой, дочка. Тебя тоже кто-то папой зовет, но это лишь твоя тёлка. У тебя нет детей, нет. У нас у каждого есть, да. Хоть это рэп, но я не вру. Могу показать тебе документы. У нас есть дети, у нас есть дети, у нас есть дети, у нас есть дети. Дети, 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 дети. Дети, 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 дети. Дети, 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 дети. Дети, 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 дети. Я помыл сына, я отец. Покормил сына, я отец. Уложил сына, я отец. Пошел бы в клуб, но устал, пиздь. Для детей ничего не жалко. Как в стрип-клуб зашел папка. Сыпем на малышек свои бабки. Наш шутер, теперь их шутер. Едем в тур, купим им компьютер. Хлеб новый, но пу-пу-пушка. В сумме покупаю сыну кружку. Парик, парик, парик. У нас есть дети. У нас есть дети. У нас есть дети. У нас есть дети. Дети, 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 дети. Дети, 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 дети. Дети, 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 дети. Дети, 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 дети. Ну это пока самый слабый, типа. Да, да. А что такое паяльник? Вообще паяльник, наверное, типа это паять там плату, всякие вот, знаешь, типа нагревается паяльник, и потом с провода спаивать. Как пиздец, я нихуя не понял. Вообще не понял. Вообще, смотри, у тебя, допустим, смотрю на тебя, ты еще пока питаюсь понимать, нихуя. Порвались, допустим, провод у тебя порвался. Тебе нужно его соединить. А, я понял, что такое. Ты нагреваешь хуйню и паяешь. Это паяльник называется. Ну, может, тут не это имелось в виду, но хуй знает. Кстати, почему-то пропустился трек. Где он? А, он что-то дальше. Ну, окей. Следующий трек, на него есть клип. Поэтому посмотрим. Тут есть о чем рассказать, про что это трек. Трек называется «Сияй». А, тут подъеб. Ну, не то, что подъеб, но скорее подъеб. А, есть Рамиль, по-моему. Нет, не Рамиль. Рамиль, по-моему. А, у которого треки есть такие супердушевные. Он там поет, у него голос хороший. И вот один из его известных треков — это «Сияй». И все знают припев там «Сияй! Сияй!». Но потом, короче, он настолько неразборчиво говорит там: если бы это был не я, сияй. Там типа, ну, кто... Нихуя непонятно.
понятно, когда ты посмотришь, и потом ты подпеваешь, типа, но так, в общем, типа, все запомнили именно «Сия», и все, больше ничего. И они решили под этим подсниматься, и мы посмотрим клип, и рядом будет лирикс. И, типа, мой хер, понятно. Свитер из махера. Все, слушаем «Хлеб», «Сия», смотрим, лирикс открыт, если что. Привет. Привет. Че, может, сыграем? На что? На что? На жопу. Хлеб. Будто бы был не я, слова застыли на губах, как горький яд. Мы с тобой теперь друзья, но хватит фраз, с тобой мы вовсе не друзья. Друзья возьмут подруг, потащат новый бар, там новые подруги, но там нет тебя, и я пьяный, пьяный. Хочу сказать, как я тебя люблю, кидаю в телеграм бой. И как тебя люблю, как ты забьются, ты не живешь, как ты я. Понял? Понял? Типа, нихуя ж непонятно, если читать лирик. В этом приколе. Ведь только я виноват, что я так полюбил, что я так полюбил, о да, что остался один, о нет, что я пью через текст, бред, я пытаюсь спасти, я пытаюсь спасти себя, ведь я не выступаю тебе навсегда. Отмечу тебя в сторис, где пою, как Рами. И как тебя люблю, как ты забыл, как ты не живу, как ты обману, и я. Бля, я вначале о чём-то другой думал, когда они, типа, на жопу. Не-не, всё нормально. У нас на жопу играют по таким правилам. Так. Не, кстати, песня вроде серьёзная была. Да, прикольно звучит. Но она ж, типа, переделана, я же говорю, вот это ж припев точно так, как у Рамиля примерно. Только я в первый раз по лириксу вообще понял, что поётся. А так я... Вот. Не, прикольно было, нормальная песня. Да я же говорю, у них есть норм треки, если тебе показать, я же говорю, AirPods, вино, плачу на техно, ну, супер хорошие, качественно реально сделанные треки, которые можно на постоянке слушать. Если подписчики попросят, мы послушаем еще их треки. Да, если есть фанаты хлеба, обязательно. Да. Только хлеб. После тех. Чел сидит за пацаном, я фанат хлеба. Может, где-то на стримах потом. Да, да, да. Так, следующий трек «Лимузин». Что трюк супер короткий, либо Genius не полностью сделали, либо он реально короткий такой. А, понял. Хлеб. Yeah.
Мы в клуб приехали на лимузине, и нас в этот клуб не пустили. Мы немного погрустили и решили устроить драку. Мы получили сильных пиздюлей, и пропало настроение вообще. Совсем. Едем обратно в лимузине, приуныли. Если говоришь, у Дора был лучший саксофон. Это какой-то скит больше, не трек, а скит. Так. Платит она. Название тоже разъем. Да. Что это за переход? Что это за микро-ЛДЖей? Да, она точно с меня снимет очень дорогой халат. Она Вилли Вонка, Золоту билет. Ну Вилли Вонка, это же я пою, Вилли Вонка. Но она мне показала дорогую жизнь. Если ты так же богата, с парнем делись. Платит она. Электронки. Будем чуть потише, ведь стены очень тонкие. Летая на Татаре, зарплата в мини-баре. Меня не парит, тебя вообще не парит. От карточки пароль, в бокале апероль. Я даже не просил, а ты купила мне консоль. Часы потыки, плевать на чеки. Парень должен лишь платить за дюрекс в аптеке. В стиле было LJ, типа, начало точно сделано. А отсылки, как будто в натуре, к альбому Доры. Там тот саксофон, сейчас то, что платит она, там, где Доры. Да, тут Доры тоже было. Кстати, охуенная фраза, я на следующий раз на свидании в ресторане, типа, фраза, там человек девочки, говорю, парень должен лишь платить за дюрексотеки. Сильно, да. Так, Улан-Удэ, знаешь, что такое? Улан-Удэ? Да, это город такой. Так, Улан-Удэ. Мне нравится у них еще трек, тоже напоминает, сразу вспоминаешь, что это про Анталию. Анталия в Турции говорит, еду в Анталию, проветрить гениталию. Гениталию, ну, понимаешь. Ищу себе Наталью, Наташеньку мою. Все, слушаем. Леп Улан Удэ. Ой, блядь, что за боже. Я купил себе орла и поставил два седла, и лечу на нем тебе прямиком в Улан-Удэ. Улан-Улан-Удэ, 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 Улан-Улан-Удэ. Я купил себе орла и поставил два седла, и лечу на нем тебе прямиком в Улан-Удэ. Ты где? Не знаю, кто ты, но сгораю от любви. Как добраться мне к тебе? Включил эрудицию, в интернет вошел, пошел в экспедицию. Среди красивых шляп и некрасивых палето нашел решение где-то в недрах вито.
Я купил себе орла и поставил два седла. И лечу на нем тебе прямиком в Улан-Удэ. Улан-Улан-Удэ, 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 Улан-Улан-Удэ. Я купил себе орла и поставил два седла. И лечу на нем тебе прямиком в Улан-Удэ. Ты где? Королева, ты где, алло, 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 ты где, моя королева? Я взял бананы, во мне цунами, буду завтра киса около шести. Я взял цунами, во мне бананы, буду завтра киса около шести. Я купил себе орла и поставил два седла, и лечу на нем тебе прямиком в Улан-Удэ. Улан, Улан-Удэ, Улан, Улан-Удэ, Улан, Улан-Удэ, Улан, Улан-Удэ. Я купил себе орла и поставил два седла, и лечу на нем тебе прямиком в Улан-Удэ. Ты где? Оленька, ну здравствуй, Оленька. Это я, Саня. Привет. А где твоя одежда? Как, где? Вот здесь, в пакете. Слушай, это, блядь, походу будет клип под это. Она так выглядит, как на Орле летят вот эти с тупой графикой по-любому. Блядь, ну они делают, конечно. Мне не очень зашло этот трек. Ну да, но у них, блядь, это припевы, которые, блядь, в голове засядут легко, запоминаться легко. Кстати, вот эта предыдущая песня, я забыл сказать, типа там, где она платит, я думаю, очень много тиктоков будут делать на этом треке. Вообще, на их треке можно реально, типа, сделать тиктоки. Ты вообще понял, когда я засмеялся, в чем прикол? Что он тут поменял вот тут? Не-не-не, типа, я взял бананы, во мне цунами, а потом поменял, я взял цунами, во мне бананы. А что такое банан? Банан. А почему он говорит банан? Ну так же, типа, там еще прикол моя, такой. Моя королева, как я говорю. Просто теперь во мне бананы. С этого поржал. Бля, что ты еще хотел сказать за Билла в этом треке? А, хотел сказать, что реально трек, типа, что когда едешь с пацанами, типа, на Ладе и в город, типа, Улан-Удэ, просто все одновременно качают голову. Жиза для тебя, да? Да. Едешь на Ладе в Улан-Удэ, я даже не знал, где это, блядь, что это. О, бабочка на пояснице. Это про татуировки. Поясница. Да, это про татуировки 100%. Ну, понятно. Про шлюховскую татуировку. Ничего личного. Так, это так стереотип. Так, бабочка на пояснице. Бабочка на поясницу, идем как эсминцы, дядя Фейс и брат.
помню. Ноченька, ночь, и мы на танцполе. Звук киловатты, свет килотонны. Девочки тут драгоценнее Джоконды. Барри купил любимый коктейль. Две соломинки дай брату и мне. Видишь вон там, видишь вот здесь. Такого ты больше не увидишь нигде. Летит самолет в небе высоко. Он самый звезд выше облаков. Кто-то выбрал там курицу, кто-то рыбу. А мы выбрали танцпол. Эндорфины в крови. Весь клуб в любви. Братишка сосет. Весь коктейль допил. Бабочка на пояснице. Ночью не спится. Хочется клубиться и лететь на свет. Бабочка на пояснице. Идем как снился. Дядя Фейса пропусти. Ребята, что у них иногда вообще типа не связанные фразы. Кто-то выбрал рыбу, кто-то курицу, а мы выбрали танцпол. Не, ну, кстати, эта песня, все, что там в ней есть. Такая она странная. Не, нормально. Кстати, их песня, может, тусовка пасает просто, типа, я думаю, нормально. Так они как будто для этого и созданы. Кстати, я, когда он пил этот коктейль, я вспомнил, мне вчера этот пацан сказал, что если пьешь пиво, типа, с трубочкой, больше высовляют. Ты знал об этом? Нет, попробуй. Может, все надо попробовать, и джин тоже с трубочки пить. Не, на джин, но не, ну вот не знаю, что с газом может связано с его пивом. Типа просто, может, прикол в том, что типа ты поменьше. Типа, не-не-не, типа ты чаще пьешь, понял? Ты по чуть-чуть хватаешь, типа ты так сразу оп, залил, а так по чуть-чуть, может, на туре с трубочки надо будет попробовать. Ну, короче, соломинка эта. Снимаем влог, когда пьем пиво. Соломинку не понял. Это трубочка. А. Братишка сосет. Братишка сосет. Здесь коктейль допил. Так, хлеб. Я тупой. Слушаем, кто тупой. Даже вот эти испанские песни, ребята. Трек, думаю, это тоже можно тусовку поставить. Смотри, мы проверим. На это, для этого надо, чтобы изначально ребята послушали какие-то треки, типа, чтобы понимали. Включим, они даже не поймут, что это. Смотри меня, смотри меня. За кого на меня? Так, и next трек. Бля, это все похоже. Ну, типа, последний, это просто полускип такой. Рэп, это прикольно. А, нихуя себе, это просто... Друзья звонят, говорят, йоу, дэм, расскажи нам, Genius. День сидел дома, смотрел мемы в телефоне. Оу, щит, это как и мы тоже. Значит, ты устал, и тебе нужна помощь. Оу, щит, диджей ставь поздно. Эту рэп-вечеринку мы ждали давно. Эй, эй, оу. Вечеринка в стиле рэп. Эй, эй, оу. Вечеринка в стиле рэп. Эй, эй, оу. Вечеринка в стиле рэп. Но не хип-хоп. Yeah, самые красивые
красивые девчонки с района собрались сегодня тут у нас прям дома. Музыка грохочет, извините соседи, но они не злятся, ведь они с нами вместе. Рэп вечеринку уважают все вокруг, тут пацаны целуют своих лучших подруг. Шире круг, шире круг, шире круг, шире круг. Саня крутит гелик, все орут, ах, тунг. Коктейли, бокалы, хватит на ночь всю. Это рэп вечеринка, это рэп мой друг. Это рэп вечеринка, это рэп мой друг. Это рэп вечеринка, это рэп мой друг. Коктейли, бокалы, хватит на ночь всю. Это рэп вечеринка, это рэп мой друг. Это рэп вечеринка, это рэп мой друг. Это рэп вечеринка, это рэп мой друг. Не осталось трезвых, ты знаешь сам, мы шумим на все гетто. Солнце медленно, но лезет к небу. Как моя команда, мы летим лишь кверху. Эй, этот бокал за тебя. Эй, за твои глаза. Моя майка тебе так идет. Посмотри вокруг, это и есть хип-хоп. Даже на этом треке сделал клип. Это какой-то, блядь, микс чего всего, да, блядь, да. В один трек. Переход. Спасибо, Genius, блядь, нихуя нету. Кстати, слышал, там вроде немецкое слово было «Ахтунг-тунг». Я неправильно слышал. Не знаю. Что-то сказал «Ахтунг». Охуел. Ого. Типа английские слова используют «ок», а немецкое – ебать. Не, блядь, я, кстати, когда первый раз зашел на Genius, там еще было 3 или 4 трека, которые типа не вышли. Вот не знаю, они не вышли или, или, не, будут, треке... или не будут делюкс. Не знаю, на этом треке 3 просмотра, а Митри это. Ну это все, блядь, ну а что тут читать? Тут, блядь, написали 4 строчки. Ну, в принципе, так все было понятно, кроме одного момента. Так, что я хочу сказать? Хочу сказать, что спасибо Хлебу за творчество их, потому что я все треки знаю ваши, я следил с самого начала, еще спасибо Ева и так далее, проплаченного. Вот, короче... Ну, кстати, очень, типа, плавно, потому что я даже не чувствовал, типа, как время прошло, очень, типа, весело было, очень интересный альбом. Да, вот прикольно, что у них нету именно грязи вот этой, типа, как у Соды. У них свой вайб, свои приколы. Чуваки сами вообще классно за ими инстаграмами, смешно, блядь, смотреть, они даже, блядь, даже с детьми им контент делают, который угарно заходит. Для альбом плюс 12, думаю. Альбом? Ну да, там потому что даже есть влог, дочка слушает треки папы 24 часа, типа, этот альбом. Даже маты вообще не были. Да-да-да, ну там, типа, в одном моменте, типа, это пиздец, только там пи, и это, там, что потом дети засмеялись, в треке дети, вот. Были классные треки, которые можно даже в плейлист добавить, на самом деле. Да-да-да. Вот. Поэтому... На тусовке нужно реально попробовать. На тусовке тоже, как минимум, деп, я тупой, или смотри на меня. Спасибо вам реально за то, что вы делали. Может, надеюсь, это все-таки не последнее, что это будут, может, какие-то синглы, потому что до этого Дэн говорил, что он уходит из Хлеба, потом записали вместе трек, потом, ну, может, это тоже были приколы и этот, но узнает. Да, и то, спасибо не только Хлебу, спасибо нашим подписчикам, это что тоже, смотрите, да. Продолжайте поддержку. Подпишитесь, полайкайте, комментарии, читаем каждый комментарий, пытаемся ответить на каждый вопрос. Да, будут все ваши любимые артисты, да, будут все ваши любимые альбомы, там под каждым треком пишет Скриптонит, Фараон, Миллион Доллар Депрессион и так далее, далее. Будет, будет, позже будет. Подбыстрее подписывайтесь, больше зовите, пересылайте друзьям видосы. Когда будет 1000 подписчиков, мы начнем стримить, общаться с вами вживую, слушать то, что вы хотите. Вы будете на стриме писать, мы это будем слушать и проводить какие-то конкурсы, викторины, призы, розыгрыши и прочее. Поэтому это тоже в ваших интересах, в наших тем более. Спасибо вам за поддержку, спасибо за просмотры. Спасибо всем. Всё, всем пока. Всем пока.
тебя нет детей? Нет! У нас у каждого есть! Да! Хоть это рэп, но я не вру! Могу показать тебе документы! У нас есть дети! У нас есть дети! У нас есть дети! У нас есть дети!